Ребята, всем привет! Я сегодня иду на сходку блогеров, надела свой новый свитер, свои новые сапожки и вот такой вот чокер. Кстати, шапку тоже надела, не знаю, идет она мне или нет, но я не хочу дальше заболевать, так что приходится носить. Вот, пока что думаю, куртку надеть или пальто, не знаю, что выберу. Вот такая сегодня неформальная. Погода не очень радует, у нас такая слякоть, грязь вообще невыносимая. Я иду по промзоне, короче, где они ее делают, не очень удобно. Сейчас вам покажу. Вот такая слякоть везде. И еще дождик моросит. Вот, вот то большое здание, по-моему, там вход. Но я никого не наблюдаю. Мероприятие будет проходить до 7 часов вечера. Я, наверное, буду до конца. Не хочу пропустить интересное что-то. У нас очень разнообразная группа. У нас есть кулинарный канал, бьюти-блогер, фитнес для лица, да, и обзоры на игры. Все они доступны в сообществе для авторов. Там будет мероприятие, таких как сегодня. Возможно, вы их из сообщества узнали, а возможно, вам пришло сообщение на почту. Также там прямые трансляции, вопросы-ответы с популярными авторами и YouTube-специалистами. Хорошо, найди меня, я тебя скину. Пока дожаривается яичница, можно, допустим, выбирать машину. Ну, я хочу купить машину, я видео выбираю машину. С Алиэкспресс. Это жесток. Мы сейчас объединились в команду и типа делали какой-то мини-сериал. Скупляться, да. Это машина. Все, она так называется, есть такая машина. Я только что выступала перед аудиторией, и сейчас приехала Диана Суворова, моя любимая Диана, и сейчас будет тоже что-то интересное рассказывать. У нас фуршет, может, что-то перекушу, не знаю. Блогеры Украины, можно так сказать? Да, можешь. Диана Суворова, бьюти-блогер, которому была доступна функция сообщества, одной из первых в Украине. И теперь Диана с нами поделится своими впечатлениями. Во-первых, всем привет! Рада всех видеть, спасибо, что пригласили, и рада поделиться интересной функцией, которая была мне доступна на протяжении пару месяцев. В общем, наверняка вы видели в своей ленте, когда авторы или блогеры, на которые вы подписаны, постил что-то вот в вашей ленте основной. В основном зарубежные. В основном зарубежные, да. Я когда увидела эту функцию, очень удивилась, обрадовалась, ну и, в общем, начала ее по полной использовать. Первое. Во-первых, вы можете общаться со своими зрителями не только в комментариях у вас под видео, да, а вы можете общаться конкретно вот в этом вот сообщении, да? Анонсировать предыдущие, ваши последующие видео какие-то, все что угодно, то есть это может быть. Вот вы можете выбирать. Потом, когда вы постите, это сообщение появляется у ваших подписчиков в ленте.
в основной ленте на этот фит основной. В зависимости от того, какие у вас есть полномочия 18+, и так далее. Привет! Рада знакомству, Диана Суворова. Смотрю ваш канал. Спасибо большое за вдохновение. И мне очень приятно. Какой у вас канал? Карина Карс, Beauty Fashion. Все вместе. Это для Юли. Ты ее знаешь, наверное? А, это видео? Да, а Юля. Ты ее знаешь? Да. Я с ней общаюсь, она я тебе обо мне сказала. Ну да, я так и понял. Да. Рада знакомству. Юля, привет. Меня уже плохо видно, я уже все закончилось, я уже иду домой, я не одна. Познакомилась с новыми людьми, тоже, которые живут на Троещине. Так что топаю домой. Мы будем ехать на общественном транспорте. Пообщалась с Дианой Суворовой. Очень интересная личность, я очень люблю ее видео. Вот, и на Тулайм увидела. Да, увидимся с вами в следующем видео. Пока!